Ми вже на прямому зв'язку. Гаррі Табах, капітан першого рангу ВМС США у відставці. Він краще розуміє російську мову, тож з дозволу глядачів перейдемо саме на неї. Гаррі, я вас привітствую. Дякую, дуже дякую. По-російськи. Українською сказали. Гаррі, начнемо з фронта непосредственно. Вот ситуація на Донбасі. Сейчас видим некую такую оперативную паузу, по крайней мере, как говорят это в МИДе России. И вот непосредственно имеем Белогорьевку в Луганской области, которая под угрозой удара, и Бахмут, Славянск в Донецкой области. Такие горячие точки. Как вы сейчас видите ситуацию, обстановку на востоке нашей страны? Вы знаете, я вообще вижу обстановку в вашей стране как опасную везде, потому что бомбят и Николаев, и Одессу, и Харьков. Просто они меняют концентрацию, меняют свою террористическую действия, свои действия террористические, потому что это так действуют террористы, которые не могут победить на поле боя. Они все время ударяют по гражданским или невоенным объектом повсюду, чтобы расконцентрировать вас. Но я вижу, что ваши военачальники и ваши офицеры, они действуют грамотно, они понимают, что происходит, и принимают правильные, что называется, боевые распорядки. И если надо отступить, они отступают. Если надо окружить, они окружают. Если надо где-то ударить, они ударяют. Сейчас все больше и больше, конечно, начинают уже использовать современную западную технику, которой, ну, конечно же, мало, но уже видно, что она начинает работать. То, что они говорят, что вот это оперативная пауза, я не верю. Во-первых, это говорят российские силы, и это обычно вранье. А ну и также и ваши некоторые эксперты, они говорят, допустим, когда я слышал, сказали, они взяли оперативную паузу, но беспрецедентно мы уничтожили там 36 российских танков или бронетехники. Как можно уничтожить беспрецедентно так много, если они в оперативной паузе? Для меня это как бы оксиморон, нонсенс, что можно и то, и другое сделать одновременно. Но может быть, все на войне, все может быть. Для этого она и война. Это энциклопедия обманов, энциклопедия ошибок и так далее. Гаррі, по вашому мнению, чем продиктована вот эта вот оперативная пауза россиян и слова президента Путина на встрече с Шойгу о том, что он якобы дает им паузу для того, чтобы восстановить силы, возможно, какие-то ресурсы еще бросить на Донбасс? Это продиктовано тем, что слишком уж большие потери понесла Россия, захватив почти полностью Луганскую область? Я думаю, понимаете, когда вы тоже, я понимаю, что люди хотят ответа, но я еще раз скажу, никто из нас, каким бы экспертами мы себя ни называли, сколько бы опыта боевого у нас не было, сколько бы диссертаций мы не писали, это ни у кого из нас, ни у одного человека нет опыта в такой войне. Это первый раз со Второй мировой войны, когда ведется такая война. И поэтому мы изучаем по ходу действия. Конечно же, потери у российской так называемой армии огромные, потому что они были неподготовлены, они не ожидали такого отпора с украинской стороны, даже со стороны гражданского населения украинского. Они не ожидали такого отпора, потому что даже партизанские отряды формируются, даже в тылу у них это формируется. Они не ожидали, что Запад будет так реагировать на это, потому что, наверное, они договорились сначала с ними, а теперь не получается. Поэтому, конечно же, они должны искать какие-то альтернативные пути, помимо ядерного или там массового уничтожения оружия. Потому что за этим теперь, конечно же, следят еще в 100 раз больше, что у них происходит с оружием массового уничтожения. Поэтому они и прибегают к таким драстическим вещам, как призывать зэков, криминал, вооруженные силы, давать им оружие. Кстати, я думаю, что это, если они это сделают, или это они делают, если это правда, то, конечно же, это будет только во вред. Потому что я даже, может быть, это просто я никогда не служил. У нас все должны были быть абсолютно честными и прямыми. Даже рядовой состав не мог иметь никакого криминального прошлого, даже если у него было много штрафов
по владению машины. Поэтому я не понимаю, как можно доверять оружие криминалу. Ну да, ну пограбят они, поизнасилуют, но потом избегут, потом и вашего же командира пристрелят. Это не армия должна быть дисциплинированной, а не криминальной. И вот это, я думаю, разница между украинской армией, между западными армиями и их армией. Но опять же, никто из нас из специалистов не может... Я думаю, что это букет вещей, это не только одна вещь, то, что... У них нету достаточно оружия, или оно старое, или у них неподготовленные солдаты. Я думаю, что это целый букет вещей, который заставляет Россию пересматривать абсолютно все. И эта форма, которую приняла сегодняшняя война, уже никакого отношения к той войне, которую они планировали 4 месяца тому назад или ожидали, ничего общего уже между собой не имеет. Действительно, информация о заключенных, которых могут отправить на фронт, она правдивая. Мы тоже сегодня ее обсуждали. И вот как раз о ней хотели спросить. Как вы считаете, почему сложилось так, что в Украине, в западных странах, быть защитником своего государства – это большая честь? А в России война и в целом служба в армии – это более о наказании здесь речь идет. Почему так? Это тоже, опять же, я думаю, что это такой комплексный... Философский довольно-таки вопрос. Философский вопрос. Но я к нему имею кое-какое отношение, потому что, ну, во-первых, наша армия Соединенных Штатов Америки, мы практически не воюем на своей территории, мы не тренируемся, не обучаемся территории защищать свою территорию или свою родину. Для нас родина — это когда мы должны защитить тех, кто сам себя защитить не может, с кем обходится. Поэтому мы экспедиционные, мы армия, которая... Но все равно это очень престижно служить. Это ты служишь для человечества в целом, а не только, ну, там, для своей, моя хата с краю. Ты понимаешь, что больше такого допустить нельзя в мире. Если в Германии убивают евреев, там, инвалидов и гомосексуалистов, все остальные говорят, ну, это никакого отношения к нам не имеет, это у них в стране. Так больше не может быть. Поэтому если на другой стороне улицы убивают или насилуют кого-то, ты не можешь сказать, ну, это на другой стороне улицы, и я тут ни при чем. Нет, сегодня мы живем в огромном мире. Мы сидим с вами сейчас на разных континентах и общаемся, как будто мы в одной комнате. Мир стал очень маленьким. Поэтому престижно служить. России, я думаю, традиционно, ну, в Украине, ваши земли, знаете, я сейчас путешествую по Украине, я должен сказать, я такой прекрасной, красивой страны, вот правда, не видел, нам бы такое. И она у вас черная земля, она пропитана кровью, вы здесь все время дрались за нее. Любовь, вот, которую я вижу, какую люди показывают, даже эти фермеры, ну все остальные, это просто... трогает тебя за сердце. И поэтому вы деретесь. Конечно же, вы деретесь и не отдадите. И это престижно — драться за свою страну, защищать свой дом, защищать тех, кто не может драться сам, которого нет, ну, человек не может. Не все могут, не умеют и хотят драться. И на Западе это профессия, это профессиональная армия. Я просто в комплексе все говорю. И еще это профессия. Ты должен быть профессионалом, как профессиональным журналистом, врачом, юристом, учителем, священником. Ты должен быть профессиональным офицером, профессиональным сержантом, профессиональным солдатом. Это твоя профессия, на которой ты делаешь карьеру. И поэтому ты должен себя вести по правилам, как врачи по правилам, да, учителя, журналисты иногда не по правилам. Ну, как все остальные профессионалы. А у России этого нет. Они отсутствуют не только в армии, отсутствуют и везде. И в полиции, и в судах, и в инженерных. Во многих вещах это у них отсутствует. Поэтому армия больше как раз похожа на зэковскую, где процветает дедовщина, где процветает воровство, где процветает понятие чести и доблести только в кино, которое они показывают. И то, если вот вы посмотрите фильмы, почему последние 10 лет они такие показывали фильмы героические, где там и зэки дерутся, и НКВДшники хорошие, и все, ну, все за родину, все. Даже если твоих родителей расстреляли, все равно ты будешь за родину, потому что фашисты плохие, еще хуже. Это все они уже готовились к такой войне. Они готовились к такой войне с пропагандическими понятиями, что люди пойдут и будут воевать, насмотревшись этого всего победобесия, как у вас говорят. И, конечно же, армия недисциплинированная, армия криминальная и будет отвечать за военные преступления, которые она совершает.
Вот о составе российской армии. С самого начала полномасштабного вторжения Российской Федерации москвичи, жители Санкт-Петербурга, они массово просто отказывались идти воевать в Украину. Россия набирала вот людей из таких неблагонадежных регионов, набирала бурятов. Сейчас же уже имеем информацию о том, что даже буряты, видя, какие колоссальные потери они несут в Украине, просто выпрыгивают с автобусов, не хотя ехать в Украину. Видим, что сейчас уже, по сути, против Украины будут воевать не только политзаключенные, вообще все заключенные в Российской Федерации. Насколько это повлияет на войну, на ход войны, насколько нам станет легче сражаться против непрофессиональных военных? Да, ну, я думаю, что вы имели в виду не политзаключенные, а потому что политзаключенные, они первые драпанут оттуда и нам перейдут на вашу сторону, да. Это бандиты, особенно тяжелые бандиты, такие, которые насиловали, грабили все. И их прельстит первоначально, что они могут пограбить, понасиловать, поразрушать. Но это недисциплинированные. Ваши профессиональные ребята убьют их очень быстро. И они это криминал знают. У них, как ни у кого, у этих зэков это чувство выживания развито. Они моментально перейдут к вам, они моментально продадут этот БТР, пушку, пулю, что угодно вам они продадут за бухло, за наркотики или еще за что. Или просто за то, что вы им пообещали. Это не боевая система, и сегодня с ней воевать невозможно. Это не позапрошлый век, где вы просто их забили в редуты и погнали вперед. Как сегодня они уже могут убегать, сегодня, как, знаете, они включат это, и все видно. Но я вам скажу, что я же родился в Москве, и мои родители были врачи, моя мама была психиатром. И я уже рос в Москве, будучи даже ребенком, я понимал, что москвичи и ленинградцы в армию не идут. Если вы поговорите с вашими родителями или бабушки, дедушки в вашем уже случае, те, которые прожили советскую армию или прошли через советскую армию, они вам скажут, что москвичей и ленинградцев в армии было чрезвычайно мало. Они чрезвычайно мало попадали. Во-первых, они попадали в институты, у них были какие-то отсрочки, ну и в основном они косили от армии. Родители, которые имели хоть какое-то понятие, понимали, что в советскую армию ребенка отдавать нельзя. Его там просто покалечат. Если не физически, то душевно, морально он придет оттуда уже покалеченным человеком из-за дедовщины, из-за плохого питания, из-за всего. И вот моя мама очень часто говорила, что у них в психбольнице во время призыва пол больницы было заполнено вот этими ребятами. Они косили, что они немножко психически ненормальные, поэтому к военной службе не готовы. Поэтому и тогда косили от армии, от советской, ну а сегодня от российской армии, уж тем более люди, у которых есть хотя бы половина мозгов, сколько у белки, в эту армию не пойдут. Это просто ты идешь на убийство или хотя бы на издевательство над самим собой. Никакого... И опять же, это идут люди, у которых или промыты мозги, или просто у них выхода нету никакого, и они думают, что это, может быть, даст им шанс выйти из какой-то сложной ситуации. Сегодня я не вижу никакого профессионализма в российской армии. Но опять же, подчеркнуть хочу, что как военный человек я не говорю, что надо недооценивать своего врага. Это самая большая ошибка, если мы сегодня недооценим российскую армию. Все равно у них есть ракеты, самолеты, корабли, пушки, и все равно они убивают украинский народ. Поэтому их надо как можно быстрее разбить и уничтожить. Это самое главное. О чем вообще свидетельствуют вот эти вот решения вести фактически заключенных на войну, ставить бизнес на военные рельсы, что Госдума российская уже фактически сделала, причем довольно-таки не публично, скажем так. В России заканчивается ресурс, либо она готовится к какой-то длительной войне. Вы знаете, вы меня спрашиваете вопрос, чтобы если бы меня спрашивали про Америку, я бы мог, или про американские там понятия или ценности, я бы мог рассказать, что у русских и почему они это делают. Вы знаете, я ночами не сплю, я сам понять не могу, зачем они вообще эту войну начали, кому она нужна, для чего, какая цель, чего они добились, изоляции, они добились разрушения своей экономики, они ездили за границу, учились в натовских странах, ездили на BMW, пользовались IBM, лечились американскими лекарствами, летали
летали с нами в космос, в конце концов, ездили в натовскую страну отдыхать, в Турцию и так далее. И по всей Европе, если цены на нефть огромны. Чего им не хватало? Какое НАТО? Чего они испугались-то? Зачем они вообще это начали? А вы хотите, чтобы я вам ответил, зачем они сейчас бандитов будут брать в свою армию, чтобы уже вообще прикончить даже то, что там существует? Или что этот бандит придет? Ну, посадите вы его в танк с каким-нибудь парнем из Уфы, который, правда, что-то может за какие-то рычаги дрыгать. Так он его обкрадет, унизит, изнасилует или вообще убьет. Потому что тот не отдаст ему свою пайку или еще что-то такое. А работа бизнеса на войну принудительная. Вот там сейчас не смогут отказываться от госзакупок, не смогут люди идти в отпуск, если они работают над этими закупками. Вот почему так происходит? Я не знаю, почему они вообще так живут. Зачем они так живут? Зачем они делают? У меня это надо, вот если бы моя мама была жива, наверное, у нее, как у психиатра, можно было это спросить. Это, наверное, какой-то большой психоз. Но принудительно воевать люди не будут. Принудительно ты не можешь выиграть войну. Должен быть какой-то патриотизм. Должен быть что-то, что ведет тебя к этому. Безысходность или еще что-то. Ну, или патриотизм. Или ты понимаешь опасность. Я вам приведу пример Второй мировой войны, когда на нас, на наши войска падали бомбы с немецких самолетов, штуки налетели и сбросили очень много, и они не взорвались. Тогда наши саперы их вскрыли, а они были пустые, а внутри была записка. Он говорит, я в концлагере, на заводе концлагеря, мы здесь собираем эти бомбы. И это единственное, я все равно умру, но это единственное, что я могу сделать, это то, что я спасу вас, солдат, которые дерутся против фашизма. И подписано, евреи из Берлина. Понимаете, людей, которых вы будете принудительно это делать или заставлять что-то делать, особенно бизнесменов, у которых свои видения, свои понятия, это их ребенок бизнес, они будут вам только портить это будут. Поэтому я никогда не понимал многих вещей. Я знал очень много ребят из Академии Фрунзе в начале 90-х. Они мне говорили, что на войне правил нет. Меня это очень удивляло. Как нет? А Женевская конвенция, все, что как-то у нас есть жесткие правила на войне, что нельзя убивать гражданское население, что надо много разных правил, детей там и так далее. Нельзя бомбить госпиталя. Но вот у них был такой подход, и для меня это было, конечно же, очень-очень странно. И сегодня мы видим результат этого. Вот вы перечисляли все блага, которые были у жителей России, которыми они пользовались. И у меня сразу начала себе отвечать на вопрос, чего же не хватало россиянам. Может быть, россиянам не хватает воли остановить просто то безумие, к которому пришла власть, которую они же сами избрали. Знаете, это сложно. Это, опять же, я думаю, что это такой... Это веками в... Это нет, но это я понимаю, что вы говорите, я тоже над этим очень часто думаю. Это веками выработанная вещь, которая, если у вас есть казацкая какая-то кровь, вот эта воля, гуляй поле и так далее, там у евреев там еще есть, там надо иметь образование, надо иметь что-то в золоте, потому что тебя погонят. Это и тебе вырабатываются такие инстинкты, то это абсолютно крепостное общество, крепостное право. И как ты не гони, ты их освобождаешь от барина, они идут в колхозы. Ты их освобождаешь от колхозов, они создают еще что-то. Ну, а возвращаются обратно туда, выбирают себе КГБшника, который тоже раб. Ну, раб, вот опять же, моя мама говорила, что человек, который, когда я ей говорил, ну смотри, вот пришел там в 2000 году, вроде нормальный, дисциплинированный, не пьет, не курит, занимается спортом, может быть, порядок наведет с олигархами и так далее. Она сказала, нет, никогда этого не будет, потому что человек, который в 70-е, 80-е годы пошел служить в КГБ, это уже ненормальный человек, это уже который хочет иметь власть над другими душами, управлять этим. Раб, ну главный раб, и это хорошо. Хорошему не приводит. И я вам скажу, что это заметно, потому что вот человек, которого нагнули, он ненавидит того, кто его нагнул. Он ненавидит того, кто не нагнулся. И они вас ненавидят, потому что вы не прогинаетесь. Если с белорусами они братские, потому что они видят, что белорусы как бы прогнулись и не делают, то вы, это те, которые не прогнулись, они вас ненавидят. А те, которые прогнулись, вот есть такая вещь. Да и Путин сам говорит, он же сам говорил, я работаю как раб на галерах. Так кто он?
Ну что ж, Россию нам не понять, наверное, как бы мы ни пытались, и россиян, и, наверное, и не нужно. Нам остается только продолжать бороться. Еще к одной важной теме. Рамштайн объявили уже дату. 20 июля будет в онлайн-формате проходить. Мы привыкли, что следуют за этими встречами какие-то решения, какие-то заявления новые от наших коллег западных. Последует ли в этот раз, как вы считаете? Ну, я всегда надеюсь, что последует, но за этим надо следить, потому что предыдущие говорили, перевернем небо с землей, все, это уже все конец, все здесь радовались, хлопали в ладоши, а поступает ноль или по чайной ложечке очень мало. Замечу, хочу еще раз подчеркнуть, что каждый день, каждый час в Украине погибают лучшие из лучших воинов, погибают дети, погибает гражданское население. И чем дольше это длится, тем больше крови проливается с Украины. И кровь этих людей, украинских, на руках западных лидеров, не только Путина, но и западных лидеров во главе с лидером Соединенных Штатов Америки. И уж простите прощения, но я имею право это говорить, я им плачу зарплату, я налогоплательщик в Соединенных Штатах Америки. И я очень расстроен этим. И да, поступает. И я разговаривал со своим очень хорошим товарищем, который занимается этим. Он меня убеждает, что все пойдет, маховик запущен. Просто вот эта бюрократия, просто это занимает. И я ему говорю, ну ты же понимаешь, что это, что тут кровь льет, скажи. Он говорит, он все это понимает, все работники понимают. Но политики, они торгуются, они себе зарабатывают политические очки, и все, им это кровь детей украинских как бы до одного места. Они озабочены другими вещами. И надеюсь, что это все равно решится. Все равно мы должны толкать, мы должны протестовать, мы должны писать, мы должны ходить к своим представителям властей и требовать, показывать фильмы, записывать, ходить, разговаривать, давать интервью, делать все, что в наших силах возможно, собирать деньги. Вот, и, знаете, да, идет, но до сих пор, если вы поговорите с любым военным, с любым командиром, в Украине машин нету, вот элементарных машин нету, все приводных машин, они погибают там очень много, эти машины гибнут, и нету их, не хватает. И я не понимаю, у нас сотни тысяч хамви, которыми мы уже не пользуемся, они списаны с военной службы, стоят в Европе и ничего не делают. Почему вот это не летальное оружие, просто машины полноприводные, отдать украинцам? Вот у меня вопрос к нашим всем конгрессменам, к нашим политикам. Почему машины, простые машины, которыми мы уже не пользуемся, мы не можем передать Украине? Я же занимался передачей в Польше кораблей, самолетов, когда мы передавали это Польше, которые были у нас в консервации. Вертолеты и оружие спецназа. Это возможно сделать. Это все возможно сделать. Но вот почему-то сидят и ждут, и смотрят, как дальше будут развиваться события в Украине, эти политики. И пока мы, если мы не будем визжать или скрипеть, как колесо, знаете, у нас есть такая поговорка, колесо, которое скрипит, его маслом смазывают, поэтому мы должны скрипеть. И вот как раз о скрипе. Интересная новость, которая попалась нам в лентах новостных. Вот некий Джон Хербст, признанный опытный дипломат, он бывший посол США в Украине, он уверяет, что якобы разгадал такую себе тайну ленд-лиза. И говорит, что якобы это лишь рамочное обещание Конгресса США и президента США о том, что поддержка Украины будет, и будет она долгосрочной. Но вот никаких как бы подробностей этих поставок оружия, их качество, продолжительности и количество, ни о чем об этом речи не идет в законопроекте непосредственно. Вот так ли это на самом деле и ваше видение этого документа в целом? Джон Хербст, правда, очень опытный дипломат, но вы знаете, военные дипломаты, мы иногда, у нас разные подходы и разные взгляды на решение проблемы. Посол Хербст очень опытный дипломат. Но я читал этот закон много раз, я прочитал. Там, правда, ничего не сказано ни про сумму, ни про количество, ни про даты, кроме дат. И то есть это развязывает руки президента, он более не должен совещаться с Конгрессом, сколько, куда, когда поставлять. Вот все, что он решит нужно,
он может дать. В Конгрессе уже и в Белом доме лежит список. Давным-давно сразу же украинцы составили очень длинный список всего, что им необходимо для полной победы. Ну, по этому списку, по этому ленд-лизу Украины уже прошло больше 60 дней. Даже по закону уже президент обязан отчитаться за это. Ноль. По ленд-лизу Украина получила ноль. Ни одной вещи она не получила. Даже пару носок или одеяло. Ну, пока октябрь звучат вот термины. Вот. Теперь откуда этот термин они взяли, этот октябрь? В законе написано, что ленд-лиз должен идти через... новый финансовый год? Через финансовые годы 22-й и 23-й. Значит, два года. Финансовый год 22-й, я не экономист, не бухгалтер, даже я знаю, что финансовый год 22-й начался в ноябре 21-го года. То есть он начался в прошлом году уже. Поэтому у президента не надо ничего спрашивать. Но вот этот новый октябрь 22-го года, первый раз я это услышал от бывшего или, может быть, настоящего майора КГБ господина Швеца, что он вдруг сказал, что это финансовый год начинается в октябре 22-го года и до этого не идет. Но это нонсенс, это даже оксиморон, потому что зачем тогда иметь ленд-лиз, зачем так его толкать, упрощать его, мол, так, это срочно нужно послать все необходимое оружие, чтобы разбить фашистскую Германию, что даже с Конгрессом не надо это согласовывать более, и не надо бюджет никакой утверждать более, и потом сказать, а, нет, это начнется только через полгода, так что не волнуйтесь. Так зачем тогда вообще ленд-лиз? Можно было тогда обсудить бюджет, все остальное, и сделать как всегда. Зачем же тогда ленд-лиз? Поэтому нонсенс. Ленд-лиз – это значит, что на следующий день президент Байден мог дать все, что он угодно, все, что он решил, не советуюсь абсолютно ни с кем, дать Украине заполнить корабли, заполнить наши геркулесы, самолеты и направить в сторону Украины. Но уже больше 60 дней прошло с тех пор, как подписан ленд-лиз, и по нему Украина получила абсолютно ноль. Еще ничего. Я не уверен. И также, если вы послушаете все выступления президента Байдена, все выступления министра Остена, командующего Милой, секретаря Госдепа Блинкина, они ни разу за все, уже за 60 с чем-то дней, больше чем 60 дней, ни разу ни в одном своем выступлении не употребили слово «ленд-лиз», то есть как будто его нет. Что ж, я думаю, что украинцам и украинским военным не принципиально, по какой процедуре нам будет идти помощь, в том числе вооруженная главное, помощь. Чтобы оно было. Главное, чтобы она была, действительно. Гарри, спасибо вам, что вы присоединились к нашему эфиру, нашли время. Было очень интересно вас услышать. Нашим же глядачам, я нагадаю, з нами був Гаррі Табах, капітан першого рангу ВМС США у відставці на прямому зв'язку.